привет! Сегодня у меня пересадка моих литопсов. Вот это мои сеянцы на данный момент. Они у меня линяют, но я поинтересовалась у знающих людей, и мне сказали, что при линьке можно их пересадить. Они у меня вот тут так уже все скучковались, и мне кажется, им просто мало места. Даже вон зарылись в грунт, и некоторые не видно. Сейчас рассажу их немножко посвободнее. Так, весь процесс снимать не буду. Сейчас их извлеку, а потом покажу, что там с корешками. Ну, вот что я имею. Все хорошенькие, пригоженькие. Ой, руки свои снимаю. Корешочки, конечно, сухие, потому что без полива стоят. Вот такие вот красотуны. Некоторые вообще как летающие тарелочки. О, плоские. Так, фокус. Смотрите. Блинчик. Вот такие вот. Так, ну я уже 355 кадр тут снимаю. В общем, смотрите. Вот крошечка. Еще не полинял. То есть сверху у нас пимпка вот эта открылась, а шкурка еще мягкая. Я сейчас те, что не полиняли, отдельно посажу, а те, что перелиняли, отдельно. Дальше показываю, где. Так, вот этот красавчик, я не знаю, полинял или нет, потому что вот у него прошлогодние листики вот такие вот, как луковая шелуха. Господи, разучилась снимать вообще что-то. Ерунду, не знаю, что снимаю. Такой вот красоту. У меня сегодня не съемка, а какой-то кошмар. Уже записываю, перезаписываю миллиардный раз. Вот этот красавчик еще не полинял. Это с прошлой линьки у него тут осталось. А так, вот видите, там еще не сменилось листики. Он в щелочке, видятся новые листочки. Эта красота тоже не линяет. Это мои сеянцы, все напоминаю. Ну, вот такой хорошенький, жирненький. Вот красавчик показывает новые листики. Такой вот малышок. Ну, самый огромный товарищ из моих сеянцев. Здесь он уже линяет, я смотрела. Вон там, видите? Вот так, ну, солнышко поймало. Новая пара листиков лезет. Еще летающая тарелочка. Тоже только линять начали. А нет, вот этот полинял, кажется. Хотя нет. Эти листики, чешуйки я уберу. Они как пергамент. Такой. Ребята, я сижу на балконе. Вообще разучилась уже снимать. Тут солнце светит прямо в глаз. Ничего не пойму, не вижу. Ой, боже ты мой. Так, вот два красавчика. Вот этот лягушонок конопатый. Самый первый полинял у меня. Самый-самый первый. Такой вот лягушоночек. Ой, весь мой маникюр видно. Чик. Все. Свеженький, бодренький. Вот еще один красотунчик. Ну, туда я залазить не буду, или давайте залезем. Нет, еще не хочет, еще не открывается. Пирожок. Так, это уже, видите, места мало. И от камней вот такие вмятины тут получились от грунта. У пирожочка. Так, ну эти сразу. Эти все одинаковые. Тоже у них тоненько-тоненько сходят листики. Тоненькой пленочкой. Так, я отключаюсь, буду сажать. А то это сегодня целый день растянется у меня посадить 3 литопса. Еще и снять их потом. Покажу уже взрослые, какие у меня. Которые я покупала, вернее, во взрослом состоянии, не сама сеяла. Отключаюсь. Так, ну а вот мои крупные покупные экземпляры. Сейчас посмотрим. Здесь пока ничего не видно. Так, этот красавец у меня полинял тоже самый первый. Там 2 пары листьев. В горшочках они не маленьких сидят. Сейчас побольше им дам. Дальше. Вот этот меня волнует. Тоже тут я ничего не вижу, но он мягкий, но внутри там как будто тоже пусто. Нету листиков, еще не образовались, наверное. Так. Эти 2 малыша сидят и тоже молчат. Но они все плотненькие. Никто не раскисший, никто
не водянистый. Так, ну вот, разродился красавец. Ну, тут прям очень тугие плотные листья. И вот этот уже тоже народил. Сейчас этих пересажу. У этих корешки, конечно, наросли получше, чем у моих сеянцев. Так, что-то засвечивает все. Ой, никчемное видео. И вообще, что-то я не хочу в последнее время видео снимать. Просмотров ноль. Вот. В общем, я так предполагаю, что корни у всех хорошие. Так, а вот на этой двойне, которая у меня ни рыба, ни мясо, я обнаружила что-то странное. Кто мне объяснит? Кто мне объяснит? Вот это вот, что такое? Смотрите, лопнула серединка. Это что тут лезет? Это вообще что? Вот тут как будто новые корешки образовались. А это что? Это он мне тут линять собрался, так или что-то такое? Но это не камушки, если вдруг повреждение. Это что-то мягкое. Очень интересно. Не знаю, посажу так. Посмотрим, что будет. Что-то разрезать его я не очень хочу. Но здесь ножка какая-то, конечно, странная. Но я думаю, это тоже от того, что места было мало, и от того, что теснились они у меня. Или от грунта повреждения. Ну, вот это вот что такое? Вот это вот вообще без понятия. Ладно. Ой, ну вот, моя рукожопная пересадка закончена. Почему рукожопная, спросите вы? Потому что я не умею снимать видео и одновременно пересаживать. Я уже это не первый раз говорю. Я могу сесть сама себе там ковыряться, а когда начинаю и снимать, и сажать, этот процесс 15-минутный превращается в 5-часовой. В общем, поставила пока их на балкон. Не знаю, на какую температуру переносят литопсы, самую низкую, но я их к вечеру занесу домой. А кактусы вот мои стоят. Кактусы. Кстати, что-то видео про кактусы не особо заходит. Как я посмотрела, просмотров очень-очень-очень мало. Что печалит. И вообще я беру, наверное, некий тайм-аут в видеосъемках. Так, буду в гости ходить к вам и смотреть на ваши успехи. Что-то как-то вот так. Не теряйте меня. Возможно, я когда-нибудь появлюсь. Просто такой период. Период называется «Нифига не хочу, полная апатия». А тем более, когда нет просмотров, то и вообще ничего не охота делать. Ну, я понимаю, что сейчас дачи. Все на дачах, все заняты дачными делами, огородами, садами. В общем, не обессудьте. Вот такое каламбурное видео. Всем пока-пока!